На территории детской больницы «Ахмадет» в Киеве закончили аварийно-спасательные работы. По информации главы украинского МВД Игоря Клименко, на территории этого медицинского учреждения погибли 2 человека. Еще 32 получили ранения. Тем временем продолжается разбор завала многоквартирного дома в Шевченковском районе. В ночь на вторник спасатели обнаружили под завалами тело мальчика. Тело еще одного погибшего было обнаружено утром. Спасатели сообщили об обнаружении еще 3 тел женщин. По состоянию на 12 часов вторника на локации в Шевченковском районе было обнаружено 12 погибших, в том числе 4 ребенка. Еще 25 людей пострадали. Всего же в Киеве вследствие массированной российской атаки погибло 32 человека, среди них 4 ребенка. Еще 120 людей пострадало, в том числе 10 детей. СБУ нашла новые доказательства удара России ракеты Х-101 по больнице «Ахмадет» в Киеве. На месте обнаружены обломки крылатой ракеты Х-101, включая часть двигателя, механизма раскрытия крыльев и другие компоненты. В СБУ отметили, что выводы экспертов однозначные – это был целенаправленный удар. К таким выводам они пришли, основываясь на характере разрушений, траектории полета и найденных обломках. Неизвестные дроны снова атаковали российские объекты. Под ударом беспилотников был НПЗ в городе Калач-на-Дону и подстанция в городе Фролово Волгоградской области. Губернатор области традиционно заявил, что все сбили, а на подстанцию и завод упали обломки. Но видео свидетельствует о другом. Также атака была и на электроподстанцию в Ростовской области. Местный губернатор также заявил о сбитии. И также на 2 трансформатора просто упали обломки. Тем временем партизаны АТЭШ провели диверсию в Ростове-на-Дону. Агент движения сжег релейный шкаф на железной дороге Ростов-на-Дону-Мариуполь. В этот раз возле населенного пункта Шахты. Это одна из основных железнодорожных магистралей в регионе, связывающая Россию и Донецкую область Украины. Тем временем в Вашингтоне начинается 3-дневный саммит НАТО по случаю 75-летия Альянса. Участие принимают 32 страны-члена и 35 стран-партнеров, включая Украину. Ожидается объявление новой военной помощи Украине, в частности усиление ПВО системами «Патриот».